Всем привет, друзья. Ну вот и осень вступает в свои права. Но пока погода держится, еще есть возможность походить. Отправимся в наше осеннее путешествие. Ну вот и все, отправляемся в путешествие. Тут даже в море наши подписчики. Ну а мы продолжаем поход.
Вот и устье Жора впереди, ставшее за столько лет уже традиционным место ночевки. Ну и не будем нарушать традиции, направимся туда. Ну вот мы и ошуртовались. Я клуб Ингрия, устье реки Ижора, поселок устье Жора. Ну вот и утро. Переночевали мы в устье Жоре. Местных достопримечательностей не стали изучать. В прошлые разы мы тут порядком все осмотрели. И будем отправляться дальше. Осень земель ижорских. Все, отправляемся в дальнейший поход. И двигаемся дальше. И вот мы приближаемся к знаменитым Ивановским порогам. Входим в Новоладожский канал. Второй раз уже в этом году. Такое не часто бывает. Обогнали нас с криком «Привет блогерам!».
Да, осень, однако, темнеет раненько. Впереди деревня Черная, где нам предстоит разводить мост. Вот так вот в темноте проходим. Спасибо огромное! Сергей Николаевич, привет! Да, уже ничего не видно. Продолжаем путь. Время еще 9 нет, но тьма уже египетская. Мы в школе прошли мост, надо до глухой протоки дотянуть. Тут немножко осталось. Вот мы тут пришвартовались. В глухой протоке уже глаз кали. Некоторые еще тут и замерзнуть ухитрились. Ладно, хорошо. Так что все, будем ужинать и ночевать. И вот любимый момент. Ужин доварился, чайник горячий, по рюмочке выпили. И кино смотрим. Для души. Для души, да. Ну вот и утро. Вчера пришвартовались в глухой протоке уже. Полную такую темень. Ну ничего, зашли, не промахнулись. А тут, оказывается, знакомые все лодки. Ну вот пока утро. И напарник харю дает. Надо пройтись немножко. Красавица Ладога. Ну, снова здравствуй. Такое оно, Ладожское озеро. Самое большое озеро в Европе. С юга на север 115 миль, с запада на восток 75 миль. Ну вот, все, погостили. Покидаем мы глухую протоку. Всем пока-пока. Ну а мы направляемся дальше. Лиговский маяк. Приближаемся к Лаве в Новой Ладоге.
Ну вот и стоим в Новой Ладоге. Ждем разводки лавы. Спасибо! Спасибо! Лаву прошли и направляемся в славную реку Волхов. Выходим в древний седой Волхов. Второй раз в этом году. Такого еще не бывало. И вот мы традиционно швартовались в базе Ладога на реке Волхов, фактически повторив наш путь двухмесячной давности. Ну, пока что эта часть нашего осеннего путешествия подошла к концу. До встречи в новых сериях. Всем пока. Всем хорошего настроения. Семи футов под килем. Мира и добра.